Итак, ребятки, так, запись идет, не идет. Да, запись идет. И вот что у нас тут появилось. Чудовище глубин, да, появился такой бой. Что вот это такое? Набор, а, еще зубастей. Потом бойня хищников. Потом чудовище глубин, это мы уже видели. Ну, это мы уже все видели. Итак, думаю, сейчас мы выполним сюжетное задание. Оно вот так вот прозвучало. Перейдем на следующий уровень. Так, сделали скриншотик. Схватка 53 нам доступна. Какое-то расширение тоже доступно. И еще нам что-то там дали. Нет, спасибо. И вот так. Время еще одной схватки. За 49 уровень нам только награду дают. Так, я немножко простужен, так что привыкайте. На ближайших пару серий голосок у меня будет таким. Так, что там разместить? Давайте разместим. У меня тут расширение достроилось. Так. Это, смотрите, мы прокачали сразу пол 53 уровня. Так, ну эти схватки мы знаем. Давайте, что у нас тут за шунозавра? Такой разношерст. Разношерст. Первого кого желательно брать? Неизвестно, кого брать, потому что, ну, наверное, Птеродона против него он точно не подменится. Вторым, и потом Саркозух нужен. В принципе, один Саркозух. Саркозух и Птеродон вторыми должны идти, скорее всего. Ну, ладно. К этому это задание у нас не горит, мы вернемся попозже. Так, что я еще тут наделал? Так, колобаринг у меня есть уже практически максимальный. Есть мой ингозавр практически максимальный. Так. Вот, и ютараптор. Ютараптор, какой это у нас будет он? Так, 20, 20, 20. Так, ну я думаю, так. И пеликаминчик у меня еще будет. Пеликаминчик. Одного еще мне не хватает. Одного не хватает. Так. Ну я как-то особо не спешу выполнять то задание. Так, вот это что? Амфибии. Вырастите амфибии. За 50 баксов вырастить нужно парочку амфибий. Что у меня там по амфибиям? У меня вот есть парочка амфибий. Стегоцефалы Дукло Каулиса выращу и будет все зашибись. Так, вот у меня уже колозух 30 уровня. Если вдруг мне, как говорится, будет не хватать 25 животных, то, наверное, будет у меня колозух. Я их немножко прикупил. Прикупил. Также я еще что-то, по-моему, выиграл. У меня пара зауралов еще одна есть. То есть мне реально купить еще две. Две, это там 3000, да? Давайте глянем по травоядным. Каритозавр есть, вот паразолов есть у меня. То есть это все дело вырастить и, в общем, выполним то задание. Также у меня через 13 часов вылупится рыбка моя. И что еще? И вот, как там? Пиранаринг, вот так, вроде так, амфибия, короче. Амфибия, так, ну, тут нужно будет здание вернуть обратно. Они свою роль выполнили. Бонус им больше не нужен.
Ух, давайте что-то выполнять. Так, у меня даже в инкубаторе, у меня же в водный парк зайдем. У меня одна рыбка есть, одна растет, и одна еще даже 10 часов, блин, занял эту ячейку, ну ладно, 10 часов так 10 часов. Давайте будем что-то выполнять. Давайте начнем с рыбки. 300 тысяч. Ну, с черепахой, да, псевдодермой мы справимся легко. Так, сейчас не буду атаковать. А вот сейчас буду атаковать. Такая вот разминочка. Ам-ням-ням. Так прикольно, да, когда она кусает на воде, такие следы зубов там движущиеся вперед. Тут-то было бы прикольно сыграть вот этим. Блин, короче. Тоже рифовым, которого я только что поставил. Выращивается, ну, имею в виду, прикольно в чем, чтобы стратегия, бой был на равных. Так, потом что у нас дальше? Ну, этот турнир очень похож на тот, что у нас уже был. То есть я этот Дункли СТМ его и выполнил. Так, давайте идти дальше. Три амфибии доходяжных у меня найдется. А ну-ка, интересно. О, что у меня? Где мои все амфибии? А, тут хищники против хищника. Вот оно что. Нужно кого-то, у кого жизни больше, чем 238. Чем 228. Так. Да не, ну это совсем печально. Так я не выполню это задание. Это совсем уж. Так, ну давайте с конца отсчитывать. Раз, два, три, это будет наш следующий бой. И вот раз, два, три. Да, собственно говоря, то и брать особо некого. Вот эта троица, да, наверное, и не справится. Наверное, и не справится. Прикиньте, карнотавр 40 уровня круче, чем легендарный 10-го. Так, но они реально все слабее. Я выбрал сейчас вообще дохликов каких-то. Давайте попробуем таким набором, честно говоря, ради интереса. Просто мне уже просто драться не интересно, а вот какие-то себе такие вызовы придумывать. Так, за два здоровья вынесет. Не атаковал. Два в защиту поставил. Ранил! Здоровье сколько у него. Это что, самый крутой из них? Прикольно. Если бы я нанес ему 4 удара за раз, так, может быть, и убил бы. 8, атакует на 6. Интересно, он ставит в защиту или переносит эти баллы? Два убил как раз, и два перенес. Двух я вынесу, а третьего таким набором сомнительно. И он не атаковал.
Он максимально старается переносить. И я угадал. Реально угадал. Один балл. Ну да, в принципе, мы побеждаем, как говорится. 7 баллов атакует на 5. 2 осталось. И он проиграл. В общем, он старается максимум переносить. Давай, Остафрикозавр, если я не ошибаюсь. Победил Ранжозавра. Какие у него пальчики прокачанные. Не то, что у тиранозавра. Ну, справились, короче. Кто у нас там идет дальше? Так, дальше у нас уже идет тяжелая артиллерия. Карнотаврище. Ну вот таким набором по-другому я не справлюсь, а со следующим набором я вообще не знаю, чем справляться. Так, если мы ходим первым, это все путем. У него 2 балла. Интересно, он ведет себя так же, как прошлый, или нет? Давайте защиту пока поставим. Вероятно, что так же. Он атакует, когда сколько? Нет, смотрите, этот атаковал намного раньше. У него по нулям. Я его убил. Ну, попробуем ничего не ставить. Не атаковал. Хорошо. Предполагаю, что у него в защите 1 балл. Готово. Ну, Остафрикозавр 29. Сейчас меня атакуют на баллов 5. Не атаковал. Ну, до свидания. Легко как. Ну, это глупая такая стратегия, очень легкая у данного турнира. Так что особо не переживайте. Поздравляем. Так. Ой-ё-моё, ой-ё-моё. Хотя еще, ну, блин. Ну, честно говоря, с ними тягаться нечем. Просто нечем. Это нужен еще один Димитродон. Нужен еще один Димитродон. По-хорошему. Тогда бы еще кое-как можно было пытаться. Ну, мы, конечно, попытаемся. Через 3 часа. Так. Я, конечно, могу купить еще Димитродона одного. Так, так, так. Хищники. Так, у меня Димитродон какого уровня? 30-го там, да? 30-го, да. Но это придется много заплатить. Ну ладно, я попробую, а потом уже будем думать. Так, рыбка моя пока освобождается. Я там паузу нажму, вам ждать не придется. А мне придется... Так, кто-то вылупился. Та-дам, готов. Так, давайте... Откормим и поставим расти их.
Так, они растут. Будет у нас 30 и 20. Нужно еще два ютораптора мне. Нужно еще два ютораптора. Ну, ютораптора часто тоже попадается. Попадается нам. В турнирах. Можно немножко просто в турнирах поучаствовать. И думаю, мы что-то там да выиграем. Так, ну а нам нужны хищники. Нужны хищники. И редкие тут вообще, думаю, никак не котируются. Рапторы. Да, раптор тоже, наверное, не проканает нам. Нам нужны именно легендарные. Что там у нас по раптору? Раптор. У него всего-то урона 300. То есть на каком это уровне? На 30-м я могу его качнуть легко на 30-й. Но это будет всего-то там 200 с копейками. Мало. Мало. Димитродончика могу купить, конечно. Скорее всего, я его и куплю. Но нужно подождать, пока... Так, мне 116 динозавриков. Нужно подождать, пока освободится хоть что-нибудь там. Чтобы доллары лишние не тратить. Ну вот в третью ячейку я его и посажу. Когда освободится... Приана Зух, или как там его, давайте посмотрим, хоть как же его там правильно зовут. Мне еще микропозавра нужно вырастить. Приана Зух, да, я вас не обманул. Это наши амфибии. Так, а где там прикольный этот? Капразух прикольный, давайте его покормим. Смотрите, как... А, уникальная анимация. Крокодил на длинных ногах. Он на самом деле так и выглядел. То есть динозавры, которые у нас на первом, ну с первого по десятый уровень, они, в принципе, соответствуют книжкам. Ё-моё, крокодил. Хвост как у крокодила. Все как у крокодила, только лапы длинные. Ты чё дерёшься? Там у нас еще есть один. Еще есть один похожий. Похоже, динозавр. Это амфибия, но уже он, его сложно отнести к амфибиям. Вот это вот супер редкий капр... Не, у меня, подожди. У меня какой он? Супер редкий, да, капразух? И там еще вот есть следующий, просто редкий. Тоже очень на него похож. Две звездочки. Это супер редкий. Супер редкий. Так. Давайте еще раз пройдемся, кого же я таки выращу до 40 уровня. Так, колобарин уже готов. Это будет 21-й. Маюнгазавр будет 22-й. Пеликанин будет 23-й. Ютараптор. Где мой ютараптор? Гонлун. Да вот. Куда он делся? А, вот. Будет 24-м, да? Это будет 24-й. Кулазух будет 25-м. Как вы думаете? 4 кулазуха, 6 и 4. Это 3000 надо потратить. 3000 на кулазуха. Да мне проще, кажется, 3000 потратить на пару за Уралофу. Толка будет больше. Вот у меня еще одна есть. Сколько она стоит? Ну, примерно 1500. Дорого, конечно. Лучше скалозавра бы вырастить. Ну. Какой урон будет у паразавролофа? Ну, около 250. Где тут каритозавр? Родственник ближайший. А, у меня он тоже еще не выращен. Ну, давайте оценим по 30 уровню. 195, ну да, в районе 250 будет. В районе 250, и так же, как и у стегозавра. Так, вот стегозавр 250. Неплохой показатель. Кстати, давайте заглянем в турнир. Вот в этот.
кто нам здесь нужен? Нужна приманка. Приманка может быть вот такой. Потом нужен хищник нужен. Потом я могу, в принципе, вынести с аркозухом и птеродоном. Что, попробуем так? А чё не? Попробуем. Почему я выбрал саркозуха, а не травоядного? Потому что если я выберу травоядного, он подменится на хищника. А так, по идее, подменяться не должен. Вот и визна его. Ну да, вот хорошо, что я не поставил. У него 4! Ничего себе! Что он так быстро накопил? Ну да, у него было 2 раза по 2. Ух! О, у меня 5. Так это красота. Этого я вынес. Этого тоже я вынесу. Ой, так он такой слабый. Он подменился. То давайте так сделаем. Так, у него было 4. Осталось максимум 3. Блин. Ну ладно, пусть будет так. Он перенес очки. Но если поставил бы 3 в щит, я бы его и не убил. Но только этому ничего не поможет. 5 баллов. Атакует на 3, 2 у него осталось, но мне 2 хватит, чтобы его убить. Точнее, его хватит даже дунуть на него. Мой саркозух просто дунет и его снесет. Да, я не обратил внимания, что Офиакодон-то здесь слабенький, но укус у него сильный. У Офиакодона укус сильнее. Офиакодон редкий, укус у него как у супер редкого. Но здоровья, конечно, мало. Поздравляем! Шунозавр я открыл. Ху, круто. Круто, давайте взглянем на него. 1695. Давайте в травоядных посмотрим. Аргентинозавр. Вот шунозавр. 1695 здоровья, 530 урон. Это просто очень много. Здесь еще 1700. У Найзавра еще больше. Ничего себе. Ничего себе. Так, у меня еще открыт, да, турнир? Нет, закрыт. 54-я схватка. Требую уровень парка. В общем, 54-й. Так, ну что, пока ждем, пока у нас что-то там освободится. И потом уж продолжим.